ебать. Ты что творишь-то, блядь? РИА Новости. О том, что происходит в Минске в преддверии четвертьфиналов, расскажет наш специальный корреспондент Андрей Кудряшов. Сейчас он с нами на связи. Андрей, приветствую. Как обстановка? Добрый день. На 8 минуты продолжается тренировка сегодняшней сборной России перед завтрашним четвертьфинальным поединком сборной Франции. В ней принимает, правда, не все игроки, основной состав. Thank you.